Здравствуйте, с вами вновь Иван, и у меня сегодня на YouTube-канале обзор корейского Epiphone 2004 года Les Paul Custom, белый кастом, большой белый. Эта гитара куплена была совсем недавно, в октябре 2016-го, одним моим другом, на Авито за 15 тысяч рублей. И она в очень хорошем состоянии, видно, что предыдущий владелец ей практически не пользовался, что хорошо для, собственно, купившего. Гитара звучит так, как вы только что слышали во вступлении. Все партии на ней я записал. И немного поговорим о ее качестве. За Епифонами закрепилась слава таких пионерских гитар. Они стоят дешево, все знают, что Епифон — это дочерняя контора Гибсона, как раз созданная для того, чтобы клепать копии старшего брата, но в Азии и задешево. Раз так в 10 дешевле. И, естественно, каждый пионер смотрит на картинку какого-нибудь Пейджа или Слэша, видит в руках Les Paul, думает, хочу Les Paul, идет в магазин, смотрит на цену в 250 тысяч или 200 тысяч где-нибудь в Мусторге на обычные Gibson Les Paul стандарт. И, конечно же, переводит взгляд тут же на лежащий рядом Epiphone и берет себе Epiphone. А потом ему этот Epiphone надоедает, и он его продает. Не все знают, но Epiphone на самом деле была когда-то независимая контора, делала очень хорошие полуакустические, полубанки, гитары в стародавние совсем времена, в 50-х, 60-х годах, пока их не купил Gibson. И, в общем, дальше вы знаете, что произошло. То есть, по сути, у меня нет никаких вот этих вот предрассудков по поводу Epiphone. Глядя на конкретно эту гитару, могу сказать, что собрана она очень хорошо. Она приятно лежит в руках. Сразу же отмечу и прям сконцентрирую на этом внимание, что гитара не просто так все-таки кастом названа, не только за байндинг тройной со всех сторон и за белый цвет, но еще и за профиль грифа. Профиль грифа, а я играл настоящим Les Paul кастом, как раз белого цвета. Здесь профиль грифа на Epiphone такой же. Он как будто, представьте себе, старую испанскую акустику, которую как бы сплющили и немного сузили, умяли в Минзур 2475, и получился такой профиль, очень приемистый, что называется, к нему быстро привыкаешь. Он, конечно, отличается от всех остальных гитар, он отличается сильно от Fender, он совсем сильно отличается от Ibanez и так далее, но он удобный. Он удобный, он какой-то эргономичный сам по себе. То есть, как на старшем брате. И радиус грифа, то есть рабочая поверхность, довольно-таки плоская, что призывает к шреду. Еще большой плюс этого Epiphone Les Paul Custom в том, что нигде бенды не тухнут и не цепляют. Даже на верхних ладах, где очень часто у даже уже не бюджетных гитар наблюдаются проблемы. Тянешь бенд где-нибудь на 15-м, на 17-м ладу, на второй струне, и из-за радиуса, из-за неровности там в бридже и прочих конструкционных особенностей бенд тухнет. Здесь этого не происходит, при этом струны довольно низко отстроены. На этом, к сожалению, плюсы Epiphone заканчиваются. Поговорим о грустном, а именно о звуке. То, что мне не понравилось. Не понравилось категорически. Знаете, когда играешь постоянно на хороших гитарах, немного подзабываешь, как плохо может на самом деле звучать электрогитара. Этот Epiphone — это, к сожалению, именно тот случай. Еще раз подчеркну, здесь все оригинально. Здесь оригинальные датчики с крышечками, типа закошенные под 57 Classic или что-то типа того. По факту они на 57 Classic мало вообще чем похожи, прямо так скажем. По моим ощущениям, вообще не похожи. И звучит это как валенок, набитый доверху ватой. Это просто ватный звук, просто невыносимый. Палмьют никакущий.
То есть, как ты не старайся, как ты не пытайся высекать, из этого Епифона нечего высечь. Он тебе ничего не отдает. Ты в него вкладываешь, а назад отдачи нет. Это то, за что все не любят, собственно, дешевые бюджетные гитары. Это характерная их особенность. Отсутствие отдачи. Полено, как говорят на форумах. То есть мне не нравится. Ну, эта проблема легко решается. Например, заменой датчиков. Идем опять же на тот же форум, идем на ту же барахолку и покупаем снятые с хорошего кушерного американского Гибсона американские датчики, ставим, они сюда заменяются легко и просто. И это улучшит ситуацию. Однако, это еще не все проблемы с этим Епифоном. Верхний порожек здесь, по моим ощущениям, слишком высоко поставлен. Из-за этого, особенно на первых трех ладах, аккорды не строят. Да, я настраивал мензур, поверьте мне. Я прошелся по этой гитаре с настройкой очень тщательно, и я не смог добиться от нее ровного, четкого, строящего аккорда по всей продолжительности грифа. Можно где-то там в каком-то месте настроить аккорд, чтобы он звучал, но стоит в другом месте передвинуть и взять аккорд, он же перестает строить, он перестает звучать. То есть, опять же, это, конечно, легко можно решить сменой порожка, в конце концов, сходить к мастеру, да поменять, или самостоятельно купить, в том же самом магазине продаются графитовые, например, порожки уже готовые под размер Les Paul или под размер Fender'а. И переклеить. И все нормально будет. Это решится. Я уверен, что самой мензуры с положением ладов проблем нет. То есть лады хорошо закатаны, они нигде не царапают, я уже говорил об этом. Но как бы это все равно дело. То есть ты получаешь гитару, на которой ты не можешь играть сразу. Она не звучит и она не строит. Хороший мотоцикл, только не ездит. Маленькая такая проблема. В общем и целом, моя оценка этому Epiphone Les Paul Custom 3 балла. С учетом всего вышесказанного. Можно купить, но сразу имейте в виду, что вам придется в эту гитару еще вложить 5, 7, 10 тысяч рублей. Что может быть все равно в пределах вашего бюджета. С вами был Иван, еще множество видео на гитарную тематику вы найдете на моем YouTube-канале. Пока!